«Прости, мам», невестка Арбакайте набила татуировку. Жена Никиты Преснякова решилась украсить запястье вечным рисунком. Многие звезды шоу-бизнеса любят украшать свое тело татуировками, как голливудские Анджелина Джоли, Дэвид Бекхэм, Том Харди и многие другие, так и отечественные Павел Прилучный, Ольга Бузова, Тимати, Екатерина Климова. Смело набили себе тату и не спешат от них избавляться. Армию поклонников наколок пополнила буквально накануне невестка Кристины Арбакайте, 23-летняя Алена Краснова. Жена Никиты Преснякова отважилась украсить запястье в неожиданном месте – во время тренировки мужа в скейт-парке. Девушка показала процесс нанесения краски в микроблоге. «Прости, мам», – подписала видео процесса Краснова. Засветила красавица и полученный результат – молнию с буквой «С» внутри. Краснова отметила, что для нее это символ братства, точнее сестринства.